смотрите, вот этот хлеб называется тосканский. Он бессолевой. Смотрите, какие они большие. Quanti chili questo? 1,5 килограмма. И история очень интересная у этого хлеба, потому что когда-то в античные времена хлеб пекли только один раз в неделю, по четвергам. Я не знаю, почему по четвергам, но именно по четвергам. Поэтому так и сохранилась вот эта традиция. Видите, сразу в пятницу продавать вот этот огромнейший хлеб. Потому что мы в супермаркетах, возможно, не увидим такой большой, мощный кусок. Это мы. Смотри, ушел.